такая штучка тоже, вот, Ювель 34. Это поздняя модель, она вот красиво уже облезла. Ювель, фирма знаменитая, которая делала примуса, примус. Сейчас мы его даже разожжем, попробуем. Как кабина блица, наверное, разжигать. Да, это, конечно, я просто примус. Вот так пол ебал, беру да, сухой спирт. Да, это страшная штука. Тут из СХП он, пацан, ступень застрелился. Вот, разгорелся. Кладу сюда. Тут находится как бы бензиновая смесь. Здесь она сейчас не рванет, вы положили на бачок? Нет, нет, не рванет. Сейчас я как раз буду объяснить принцип. Я отойду подальше, чтобы объясняли принцип. Тут, ну, можно, да. Тут даже не два. Двухлитровый котел, кастрюльку вот эту вторую готовили, и еще чайник вскипятили. Да. Тут воспламеняющаяся смесь, я использую бензин калоша, потому что он очищенный, и у него высокооктановое число. Он нагревается и начинает испаряться внутри. То есть, по факту, образуется газ. Он должен нагреться, поэтому, чтобы начал образовываться вот этой нефтяной пар, этот бензиновый. Опускаем. Парни, ну все, я вам тогда это, с хранения машинку оставлю. Поворачиваю. Вот ключик для того, чтобы открывать. Сейчас он нагреется, пар начнет образовываться, и я его начну открывать. Ну вот и сейчас покатаешься. Вот начал загораться. Вот начал. Вот он нагрелся и бензин начал поступать. А это на какое время? Это он использовался в Германии до войны, во время войны. Но он использовался чаще всего егерями. Здесь ребят нету. Наши товарищи по увлечению тоже из горных егерей. В каком году? В 2014, да, или 15 году? Что? На Эльбрус они поднимались. Ой, не... на Эльбрус в общем... это как только первый фестиваль был за облачный фронт. Да, за облачный фронт. Они жили из камней, сделанном блиндаже. То есть это был реально немецкий блиндаж времен войны. Жили неделю, проходили акклиматизацию. И всю пищу готовили вот на этих примусах. Ювели. У каждого будет такой примус. То есть воду там никак не скипятишь вот на этом. Костер там, в принципе, не разведешь, потому что там нет дров. Там нет дров. А это что? Ты заливаешь сюда топливо, разжигаешь его. Вот характерный звук. Вот газ выходит. Да, и пошите. Да, вот смотри. Шипы все. Вот начал греть. Мне вот этот московский мастер, дайте нам сделать. Поворачиваем ножки. А, нагрелся уже. Ставим котелок. И кипятим водичку. То есть тут достаточно богатый набор у меня. Вот и воронка такая для залива. Ключ на все случаи жизни, чтобы разобрать данное устройство. То есть открыть, закрыть форсунку, снять форсунку, из которой выходит газ, открутить все, то есть все унифицировано. То есть это тут специальный ремкомплект, вот накладочки, прокладочки, специальная штука для того, чтобы прочищать форсунку. Тут сейчас увидим, не увидим. Иголка. Да, здесь такая тоненькая иголочка, что она просовывается и так прочищается от нагара, потому что топливо бывает разное. Чище, чистое, нечистое. Я просто использую очищенное, чтобы не забивалась форсунка, потому что, ну, тяжело потом ремонтировать. Ну, да. То есть все оригинальное, все уникальное. Мечтаю подняться на Эльбрус, а потом все это продать.